Всех приветствую, это рубрика «Эксперименты и гайды». У нас особенный эксперимент, это опять наш локомотив, паровозик, вот он, длиной в 20 километров. Вес его 21 тысяча тонн, это он пустой. Давайте посмотрим, сможет ли он вообще выехать из депо, все жутко лагает. У нас получается подцеплено на нем 1500 вагонов. 1500 вагонов. Так, я, наверное, пока закрою, потому что жутко лагает. Давайте начнем. Выезжай, детонька, сейчас я посмотрю. Не выедешь ты хотя бы или нет? Ну, выехать. Извините за то, что так лагает сильно, но я даже не знаю. Ты серьезно? Ты едешь? Серьезно? Ой-ой-ой, как все лагает. Просто жуткие фризы. Смотрите, он едет. Серьезно? Так, давайте сейчас ускоримся. Вот и показался хвост нашего поезда. Я уже думал, он никогда не выедет. Посмотрите, насколько жуткий лагерь. А я хотел еще больше сделать, думаю, 20 километров мало. Так, давайте посмотрим, насколько он тянется. О, боже. Да ладно. Теперь, я думаю, вы видели все. 1500 вагонов. Сейчас попробую дойти. Надо чуть побыстрее, сейчас повыше поднимусь. Офигеть, посмотрите, насколько он большой. 20 километров. Рекорд в мире вроде был поставлен. Самый длинный поезд именно в реале. Около 10 километров. Ну что, я, получается, перебил. 20 километров. Ну где ты там, дружище, я хочу посмотреть, как ты вообще это все дело тянешь, а? Я думал, ты даже не выйдешь. Так, ну дальше. Посмотрите, он еще идет. Я уже несколько биомов прошел. Так, вот. Вот наш герой. Паровоз, который смог. Ты серьезно? Ты это все дело тащишь? Да, я на тебя посмотрю. Смотри, он тащит 20-километровый поезд. Сейчас попробую открыть. Смотрите, он даже на нуле скорости, я не знаю, как он разгоняется. Вес 21 тысяча тонн, длина 20 км. Жесть. Да, хороший эксперимент, надеюсь, тебе понравилось. Ставь лайк, подписывайся на канал. Если есть предложения по каким-либо еще экспериментам, внизу есть комментарии. Пиши, проверю, хотя бы попытаюсь. Ну и хорошее есть прохождение по Воксель Тайкуну. Тоже ссылочка внизу в описании под видео. Загляни.